Село Кубачи славится не только ювелирными изделиями, но и древнейшими мечетями. Самая старая из них почти 600 лет. С ней связано немало историй. Сейчас, к сожалению, она находится в плачевном состоянии. О судьбе культового сооружения, о том, что делается для сохранения исторической достопримечательности, расскажет Хамза Нурмагомедов. Сегодня мы видим лишь половину здания той мечети, которая была здесь изначально. Построенная в 15 веке, на протяжении 5 столетий она принимала прихожан. Мы проходим по лицевой стороне мечети. Стены разобрали в 40-е годы при советской власти и использовали под кинотеатр. Здесь располагался михраб, но от него сейчас остался лишь фундамент. Если разрушение будет идти такими темпами, то очень скоро и от остальной части мечети может попросту ничего не остаться. Выглядит все так, будто внутренние арки вот-вот разрушатся. Стена наклонилась в сторону, ее удерживают деревянные подпорки. Осталась вот внутренняя сторона с 5 арками, которая говорит о сохраняет пока ту историческую особенность мечети убранства. Здесь молитвы не проводятся. Единственное, что проводится иногда, зияраты. Говорили о необходимости восстановления, но пока дальше разговора речи не идет. Фасад средневековой мечети будто врезан в скалу. Стена сложена из крупных тесанных камней. В ней еще сохранились резные вставки с арабскими надписями. «Ля иляха илляллах». Вот Мухаммад Расулюллах, вот здесь написано. Это, оказывается, калимат таухид, слово единое Божие, ля илля Мухаммад Расулюллах. Для сохранения архитектурного памятника уже сделаны первые шаги, считают в администрации села. На народные средства проложили дорогу к мечети, что позволит спецтехнике в дальнейшем проводить сложные работы. По этой части я возвращаюсь, что данную мечеть развалиться наши, по крайней мере, сегодня Акмату жители точно не дадут, я возвращаю. По этому поводу я могу абсолютно не переживать, потому что я знаю данную ситуацию, и развалиться мы абсолютно не дадим. Посильную поддержку окажет и духовенство района. То, что зависит в наших селах, с помощью совместно с администрацией села, совместно с администрацией района, иншаллах, рахман, постараемся помочь, чем сможем, этот дом Всевышний Аллах, чтобы она стояла, как стояла при наших предков. И сейчас этим, что будет необходимо, иншаллах, если можно будет там федеральную помощь, чтобы было как-то, постараемся дальше больше, чтобы сохранить память наших предков. В прошлом Кубачи являлась не только улом оружейников и златокузнецов, но и центром исламского религиозного образования в Дагестане. Об этом свидетельствует 12 исторических мечетей. Они были в каждом квартале села. Остается верить, что удастся сохранить и передать потомкам богатую историю кубачинской духовной культуры. А пока там, где раньше воздевали руки с мольбами о будущем, сейчас гуляет ветер. Хамза Нурмагомедов, Ислам Халиков, Алиасхаб Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Кубачи, Дахадаевский район.